Ребят, всем привет! Вот сегодня у меня такой обед. Гороховый суп. Гороховый супчик. И гречка с котлеткой. Ну, яйца, капуста. Попробуем гороховый суп. Потому что я гороховый суп очень люблю. Всем приятного аппетита! Угу. И с паштетом хлебушек. Я уже намазал заранее. Покажи поближе. Сейчас сразу попробую гречку. Чуток. Там подлива тоже присутствует, да? Клетку чуть-чуть. По-любому лайк, но гороховый суп лучше. Ну и чай или компот, не чай это. Вот такой видеоролик получился, ребят. Всем спасибо за лайки. Подписки. А также пишите комментарии, ребят, ставьте лайки и комментарии пишите побольше. Вам же не трудно лайк поставить, а мне это будет очень приятно. Заранее спасибо за лайки. А что хотел сказать, вот этот обед стоит полностью 200 рублей. Я думаю, что за 200 рублей вот так кормят, как бы вот яички, супчик, второй гречка с котлеткой, капусточкой. Это нормально за 200 рублей, я считаю. И хлебушка, аж 4 кусочка. Так вот, и чай, плюс чай. Я когда такие видеоролики снимаю, я потом не смотрю сами, я сразу загружу в YouTube, а потом уже, когда загружается полностью, я смотрю, потому что я когда начинаю смотреть постоянно, я их удаляю, потому что мне чего-то постоянно не нравится. А лучше все это молча делать. Вот поел. Все, на этом все, ребят. Всем спасибо за лайки и за подписку. Также нажимайте колокольчики, пишите побольше комментариев, ставьте лайки. Всем пока.